На 60% завершены работы по благоустройству пешеходной зоны в центре города. В порядок приводятся сразу три участка – улица Звуковая, площадки перед кинотеатром «Октябрь» и Дворцом культуры. Сейчас здесь укладывается тротуарная плитка. Ею вымостят более 13 тысяч квадратных метров. Пешеходную зону украсят деревья и газоны. Для удобства жителей установят скамейки, навесы для колясок, оборудуют велопарковку. За безопасностью будут следить камеры видеонаблюдения. Работы планируют завершить до 31 октября. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.